перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Что у тебя за куртку-то? Маструм, бро. А у вас такие продают сейчас? Не, нихуя. Это я, короче, заказывал. С Манчестера. Шорты есть у вас? Шорты, блядь. Ну, что-то есть там, да. Ну, вообще лучше, короче, приехать через две недельки на Арму, на Курскую. Вот там будет пиздец выбор. На Арму приеду, подарите, дам что-нибудь мне. Ну, я думаю, Алексей подарит, конечно, хули. Бля, я его поцелую, мне плачу. Не, ну, если реклама не за 5 тысяч, то как базар ноль, конечно, все. Не, реклама-то, бля, за пальто, ёпта, оно потом подороже вышло. Да это понятно. Не, а вдруг там пятак еще надо накинуть, я хуй. Не, ну если есть возможность... Короче, из-за вашего эфира мои подписчики ушли. Ходил вчера на это, на Госмейна? Не, братан, ты сейчас спросил очень жесткую хуйню, потому что я, во-первых, не особо фанат, но... Не любишь? Ну... Я не люблю, когда играют металл еще там, бля, это уже пизда какая-то. Не, ну да, бля, я вчера, короче, не смог пойти, блядь, хотел пиздец, блядь. Не, ну, на халяву я бы пошел, но, блядь... Не, на халяву, да, ну, блядь, братан, 4000 билет сейчас стоит. 4000 билет? Да, я охуел сам, народу было дохуя, мне кажется. Солдаут полный, там больше 3000 было, просто пизда. Марат вчера ходил, короче. Ну, короче, он вписался, кстати, бесплатно сходил. Не, хуй знает. Не, ну, я его не люблю, пошел в пизду, ёпта. Не, мне нравится просто, он так оригинально делает. Ну, короче, аналогов просто реально нету. Как бы, вот, да как это нету? Пытается... Вот такие, как он, как раз... Не, ну он просто первый, кто начал, это он, короче. Я еще помню, следил за ним, когда он выпустил. Он же вообще металлист, типа, она... И начал, ну да. Рэп, да, читать, такие, это же вообще пиздец. Это прикинь, скинхед начнет рэп читать там. Ну, а то, а у нас читали же, что там он, это Каче там ты, ёпта, там, что, я там, как бы... Блёв. Бля, вот блёв. Все скины уже отчитали, братан. Особов, Мармеладов там все. Да. У тебя, кстати, как Телеграм работает? Нормально? Без перебоев? Ну, что-то так непонятно, какие-то за рассылки. У меня, короче, от тебя сообщения приходят, блядь. И, короче, я не могу их прочесть полдня. А потом раз они, короче, блядь, ну, заново приходят. Нормально. А у меня такая же хуйня была. Это вчера было. Видео, бывает, не открывается там часа три. Потом раз оно загружается само по себе, короче. Ну, это система. Фото само по себе сохраняет почему-то на телефон, блядь. Это у них система такая сейчас. Ну да. Ты, кстати, видел, там Facebook собираются заблочить, короче, Роскомнадзор. Так и вот сейчас Telegram заблочит, потом вот этот. Это пиздец, мужик. Сейчас еще Инстаграм хуям. Короче, 2-3 года есть, чтобы отсюда съебаться нахуй. Братан. Купим лаве нахуй. Братан, ставим рэп, меня... одежду, блядь. А вдруг не пустят? Санкции. Да пустят, братан. Они есть же... много, короче. Они есть же... много выходов, лазеек, как проехать. Ну ладно, мы не будем рассказывать о них. Ну да. Тебе вообще легко, как бы, это будет сделать на самом деле. Старая, видишь? Ну да, это золото она или позолоченная? Ты че, ёпта, как я позолоченную носить буду, ёпта, огорчаюсь. Ну хуй знает там. Ну, цыгане носят просто, как бы. Я просто сам цыган, как бы, мне похуй. Я позолоченный. А почему у тебя уши не проколоты? А это, короче, чтобы, короче, не тормозили мусора. Ты че съел-то, блядь, там, ёпта? Тебе пилюльки? Да ничего, настроение хорошее просто. Пилюльки сегодня да, заебал. Отдыхал, блядь, выходные были, я что-то заебался, блядь, дома сидеть, блядь. Наконец-то на работе, блядь. Я вчера Зенчика как втрепал, бля. Ух. Охуел? Да, вообще нормально. Не охуел, вообще просто заебись. Я не бухал. Не, жестко. Я все с этими темами точно. Я что-то, бля, нахуй боюсь, короче, жестко. Меня, короче, помутнеет сознание, братан. Не, у меня тоже, у меня двоилось, блядь, там троилось, но самое главное то, что я бухал там мало. Ну, бухал, но мало, бля. А ты где вчера был-то вообще? Да я не помню. Я тут с Андерсмолом пересекался, гулял, вот, в воскресенье. А он вчера звал, блядь. А он это, позавчера, он вчера, он, короче, Он позавчера уехал. Вот мы с ним, короче, прям перед отъездом гуляли, ходили. Привет тебе передавал, епт. Да, привет. 27-го приезжает. Короче, у него там что-то, он там играет. Поеду съезжу на тусовочку к нему. Он приезжал с Crazy Girl? Ну да. А этот, как его?
24-го-то что делаешь? 24-го? Да нихуя не делаю. Мы просто снимать будем Big Russian Show. И там будет еще Киевстонер. Можно вообще угореть там жестко. Сейчас, секундочку, подожди, я график посмотрю. Сейчас. Хуя себе, да? Только секундочку. График, блядь. Ну-ка, секундочку, тут у меня график. Апрель, ёпта. Так, 24-е. Я выходной, старина. Но подумай об этом. Ну, я могу. Не, ну просто реально будет добивочка вообще там нормальная. Там же так будет пиздос. А мы еще добавим этого, блядь. Киевстонер, ёпта. Шилом что? Шилом запретили. Я за, короче, мне похуй. Я за. А что с шилом запретили делать, да? Шило, вот он, я только вспомнил про старичка. Братан, ты меня уже не видишь? Не, вижу, нормально все. А почему я? У меня черная, ну похуй, ладно. А у меня такая же хуйня старая, когда, короче, понял, типа, ты выходишь из трансляции, типа там кто-то тебе позвонил или что-то отвлекся, Инстаграм закрываешь, открываешь заново, короче, его, и черный экран. Это хуйня все, не парься, я тебя вижу, заебись. А, ну нормально. Вот, короче. Он Шило пишет, старина, что с Шилой-то? Мы договорились, короче, о другой хуйне, когда мы начнем снимать мою тему, и вот как раз в ней прям можно будет вот эту тему замутить охуительно. А я понял, ну окей, окей. А то там, он там раззвонил, короче, из Самары там, ругался, короче, очень сильно. Я знаю, да, Данила, да, как так-то? Не, я сам хотел, но я хочу, и мне говорят, нельзя, блядь, штрафую. На то ли штрафы, да? Попал я в капкан. Ну похуй, что, нормальный капкан. Хоть деньги будут, блядь. Посмотрим, а то не будут, и Фадеев Максим приедет. Ну, такое тоже возможно. Надеемся, что все будет круто и у всех. Александрович тоже все будет заебись. Он тебе клип когда следующий снимает? Батан, затрудняюсь ответить. Такой, короче, сейчас некорректный вопрос там. А ты ездишь, короче, вообще в офис там, их там интересуешься, сидишь там, тусуешься? Не, вообще. А я работаю, братан, почти он. Я же на двух работах хуячу. Плюс бизнес, шмотки, Америку, посылка. Я, короче, сейчас это, записался на курс татуировщика, понял? Ну, там кореш меня бьет, типа. Хуя, ну, будет меня обучать, короче, меня будет, типа, бить татуировки. Буду учиться бить. Набьешь мне что-нибудь там? Да, давай, у тебя есть место, оставь там. Я тебе могу набить что-нибудь там. Да у меня это хуя, блядь. Пуси, понял, там а? Демона набить какого-нибудь там, обезьяну. Не демона, а что-нибудь такое, ну, блядь. Добрые. Могу, короче, да. Я в минимализме буду хуярить, короче, понял? Такую черную. Понятно, не, ну минимал это нормально. Ну да, вот хочу что-то такую темку делать, короче. Сейчас пару месяцев обучусь, потренируюсь, и можно тебя позвать, будет Шил в июне, думаю. Шил вон пишет, поехали в Волт сейчас. Что-то заглючило сейчас. Что, говоришь, Шил пишет? Шил пишет, говорит, поехали в Волт Тайгер, забьемся. Волт Тайгер? А да. Что, он там бьет татуировки или что? Ну, давай у него спросим, что ты там бьешь татуировки или что? А я спрашивал у него, я говорю, татуировщик, что ли, или что? Он, а короче, он бил там при мне, там, типу какому-то на животе. Бил, да? Да, все сейчас бьют, ёпта. Я тоже ну, умею. Ну, Аня, хуя себе, я тоже бьет. Умею, хули а там. А что ты мне не сказал сразу-то? Ну, я всегда... Тишине. Ну, мы уже на курсы записались, вон, все, ёпта, начинаем хуярить, бить татуировки, блядь. Старый вчера, а? Он говорит, вчера колол, сегодня не, хуй. Да? А ты что, когда последний раз татуировку делал? Да, недели 4 назад. Бля, я где-то недели, наверное, 2 назад. Сейчас новую поеду делать, вот, на днях. Не, я вообще бы даже сегодня бы сделал, но мне никто не сделает. Да? Почему? Ну, мне неохота никому, наверное. А, он говорит, погнали колоть вместе. Погнали, старый, чё. Сейчас я подожди только там, отхожу хотя бы пару недель-то, ёпта, и можно попробовать будет. Да это найди вообще, да. Найди нам... себе жертву в Инстаграме. Заколем нормально, я. А чё у тебя, почём будет сеанс? Я не знаю, братан, ну, по-дружески, блядь. Ну, своим бесплатно, ёпта. Не своим 3000, ёпта. Начинающий 3... всё-таки. Не, пятак лучше. Да пятак до хуя, старый. Ну, блядь, как бы... От кого? Да мне надо, короче, понял это. Мне надо побольше сначала людей. По 3000 пойдет. Бля, Шил говорит, пойдем крылоту забивать. Ну да, правильно. Можно, кстати, это прям на видео снимать, как мы их бьем. Прям по улице ходить, ходить, турок. Бля, стрельски, я хочу, блядь, ну, пару передач. Надо, короче, вообще будет засесть, короче, понял? И, блядь, поколоть татуировки втроем, короче, понял? Прям давайте, приезжайте, вся хуйня, друг другу, блядь. Друг другу, нахуй, да. И, кстати, придут, духуя народу, я тебе говорю.
Там не, за сутки если... можем, блядь, 1020, блядь, заработать, блядь, мне кажется. Не, ну если там продавать, блядь, грамотно мерч, там, и всю хуйню туда, да. Ну и мерч, давай, короче, при встрече пообщаемся на эту тему. Интересная движуха, кстати. Да много, можно, реально можно много всякой хуеты намутить. У меня вон там лофт есть на этой Преображенке, короче. Вот mm-hmm. этот Бердянск, который. А, ну, я понял. Сейчас там как лофт сделано. И я знаю, да, я видел. Там есть колонки, короче, мужик вот этот вот, который... с этой хуйней. Он говорит, давайте замутим что-нибудь, блядь. Только единственный минус — это проходная, но он говорит, если на проходной говорить там кодовое слово... Да похуй, я думаю, там паспорт берешь просто и нормально. Там не паспорт, типа кодовое слово там... А, да ладно? Да, типа там залупа, а, все, значит, на это... А, ну, мне, помню, говорили такую хуйню, я помню, да, было там, дело. Ну там, блядь, хуярят, пиздец, что в метро. Ну, меня паспорт просили много раз, типа, там, я все время, типа, бля, без паспорта проходил, а потом, что-то меня не пустили как-то последний раз, блядь. Ну и что-то я больше туда не ездил, бля, обиделся, короче. Обиделся на этих пидоров? Ну да, что-то обиделся, короче, меня не пустили, бля, сука. Бля, у. Напрасно они такой хуйней занимаются. Ну да. Ты что в США, братан, когда поедем? 2 года, нахуй. Давай, 2-3 года надо рвать, блядь. Братан, ну не будем об этом. Сейчас сложно объяснить. Все... При встрече. Знаешь, этот, грин-карт не дают. А похуй, ты, короче, приезжаешь в США по туристической визе. И все, и, бля, подаешь просто на политическое убежище. 4 года ты живешь легально. До первый суд через 4 года. Вот, и там уже будут они смотреть, что как. Тебе выдают, короче, social, как это, короче, временный паспорт. Страховка, блядь, вся хуйня, разрешение на работу. Ну, каждый год его надо будет продлевать просто, и все. Все реально. Просто надо привыкнуть. Братан, нам, короче, Дима техник хочет ебальники набить. А? Нам Дима техник хочет ебальники набить. Бля, ну а может, я есть что, я извиняюсь сразу перед всеми. Не, я тоже, бля, когда-то. Простите. Я не хочу драться, честно. Я против войны, против насилия, против вообще всякой хуйни, против наркоты, блядь, против всякого говна. Парни, бейте татуировки. Читайте рэп, занимайтесь. Или спортом, знаешь, что старый, знаешь, еще... Продавайте одежду, блядь. Бабки приносят барбершопер эти. А меня, кстати, вот позвали с дедом. Типа мы вот на днях поедем, короче, понял? В барбершоп. Ну, нормально, не-не, а ты еще, если замутиться, научиться, ну, делать... А я и, просто, короче... Плюс там... татуировка, там и вообще можно, блядь... Я вот, короче, тоже думал, типа, сначала, типа, либо барбер, короче, либо тату. Но все-таки тату поинтереснее, мне кажется. Ну, тату сейчас, что-то, как-то я смотрю даже, блядь, я думал, наоборот, падает хуйня. А нихуя, мужик, хуя, вообще заебись. Наоборот, люди хуя. Вообще, да. Причем, а если подписчик в Инстаграме есть, то, блядь, нормально будет, поверь. Не, я понял, что когда можно. На гибли начали вот здесь всякую хуйню писать, да, да. Я понял, что все, пиздец. Пиздец, уже можно начинать. Тебе, кстати, тоже можно это, мне кажется, блядь, попробовать, епта. Тут ты же этот, творческая личность, епта, хули. А как сказал Ветл Удалых, блядь, талантливый человек, талантлив во всем. Так что вот так вот, нахуй. А почему он не бьет? А я не знаю, блядь. Он, короче, не хочет ни рэп читать, ни бить, блядь, ни одежду не хочет делать. Какой-то, бля, хуйней занимается, блядь. А, 90 лет занимались, блядь. Я знаю почему. Знаешь? Да, потому что пиво он варит. Я Ветл как бы люблю, блядь, но что-то он не хочет, короче, блядь. Это как-то вперед что-то идти. Пробовать, блядь. Он типа говорит, давай сплав сейчас захуярит. Ну да, типа сплав там, да, там все дела. А Митя, сплав Митя работает там. Какой-то теме, как верхней торги. На металле на каком-то там что-то. Да, он, кстати, мне это звал тоже, короче, типа, на работу туда. Ну, типа, там что-то платят вообще какие-то понты какие-то, бля, в пизду. А куда туда-то? Где он живет-то? Эту, на Кубу, ёпта. На Кубу? Да, он же на Кубе жил 4 месяца. Занимался строительством, короче, понял, там, как прораб, короче, был. Вот. А, нихуя. Короче, а сейчас... была маза поехать туда рабочим. Но я ебал на стройку ехать на Кубу, я бы все замясывал вообще. А сейчас он где? Ну, он, по-моему, сейчас, блядь, в Москве, что ли, или там у себя, я хуй знает, в Волгограде, блядь. Ну, если с Волгограда, то далеко, пиздец. Да пиздец вообще, жестко, блядь. Че это, 24-го, давай-то нахуй это. Прямой просто он, короче, я... там в 5 съемка начнется. Ну, можно, да, да. Пора... Оденешь этот Танекс, оденешь балахон. Белый. А, ну да, не вопрос. Пушка. Нет, там я. Так... Там будет. Блядь, короче, ты там можешь сам выйти в нем, блядь. Просто на. А Биг Рашен Босс скажет, что это за хуй. А я скажу, это не Жак. В
пиджак припрятался. Да, ну вот, а ты слышал, что он сказал в прошлый раз? Ну да, да. И красавчик, я уважаю Жака. Жак Энтони, Энтони Жак, нормальный. Да, обожаю, можно сказать. Люблю, короче, его трек, если честно. Нет, нет, ну, ты именно видел, где они, вот первая передача была? Да, 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 он говорит, видел. Ну, как Раскол сказал, я там свежак, ну, пиджак, да, зашил. Блядь. Ну да, я угорел тоже. Нет, я угорел. Слушай, это было реально угарно. Жалко, а он, короче, обиделся сначала. Он там что-то в Твиттере писал что-то, какую-то хуйню, короче. После трека, короче, после этого, чувак, после этой фразы. Да, а потом, короче, он походу понял, типа, через полгода, блядь, спустя полгода понял фишку. А когда год, начал даже смолить. Ну да, мне кстати, кажется, что он свежачка попробовал и, короче, понял, о чем, что я имел в виду. Да, но да, да. А может, другое, да, подумал, что-то плохое, наверное. Да, он стал плохим. Ему, вот он единственный, хули он волосы в розовые не покрасит, чтобы, ну, быть... Я не знаю, братан, у него вообще, он черный, нахуй, ты черный, все, ты, блядь, здесь король рэпа, нахуй. Че он какую-то хуйню делает, я не понимаю. Я не знаю, я хочу вот сейчас купить парик, блядь, такой вот. В натуре? Ну, такой. А пускай тебе эти пацаны с Муставой сделают. У них же есть. Ну, блядь, хуй знает. Там дело не... Можно вот... заказ сделать, парик. Да можно заказ, конечно, сделать. Можно да, самому разрисовать. Мне... Тут хуйня вообще, я иду по улице, меня, блядь, чувак догоняет, говорит, блядь, пошел к пидам, тролливай, там, сфоткались, короче. Он говорит, подожди 2 минуты, убегает, блядь, я вообще в ахуе, возле дома думаю, что он хочет, блядь. Хуяк Рено Логан белый подъезжает, он такой, и маску, короче, мне дает. Как бы, что за маска? Маску, блядь, ну, сейчас покажу. Подарил все тебе маску? Маску, говорит, давно хотел. Мечтал, блядь. Она с ушами даже, у нее уши есть, прикинь. Я не знаю, ну хуя. Но она такая, я просто ее уже замял. Угу. А как мне ее показать, ёпта, блядь? Через эту а ты просто в камеру, во, заебись. Обезьяна тоже, да, короче? Да, да, но у нее волосы длинные, я хочу из них косички сделать. Смотри, прямо, короче, внатри ебани дреды, короче, вот, покрасик. Смотри, вон уши какие. А дреды сделали... Блин, там пиздец. А дреды... Я переключил камеру-то, блядь? Да-да-да, нормально, я видел. Но этот... Не, сейчас-то я, блядь, где? Меня видно? Да, сейчас видно, все, заебись. Ну вот так вот, этот, короче. Я забыл, что я хотел сказать. Меркулов, я. Слушай, а что за бальзам Бургульме вот это твое? Что за тема? Вот сейчас, да это, братан, он лечебный, но, блядь, я его как бы просто... А, ты, короче, его просто, типа, да? Да, но я его как бы... Нет, ну это, Алпрозолан тоже лечебный, но ты его как бы так, просто так тут кушаешь. Так, вот ты сейчас связь-то улови, это разгон. Ну да, да, я такой поймал, разгон, поймал. Такой разгон, лыжи потом снимать надо, нахуй. Не, реально, очень жестко заканчивается, вообще жестко все. Да, блядь, ну а хули? Вообще, короче, это... на самом деле, это алпрозолам и алкоголь, это нельзя, блядь, но... Да, конечно, нельзя, мужик, это жестко, ёпта. И вообще нельзя, если ты из головы... Вообще упадет... лучше нет, на самом деле, блядь. Что-то я полечился вот сейчас, ну, врач меня выписал на месяц, блядь. Я, ёпта, месяц, блядь, ползал, блядь, хуй знает. Ну, как бы, единственное, короче, плюс, продажи были хорошие в магазе, потому что, понял, пиздец, типа, заебись. Типа, я там делал, там, 2 миллиграмма. Ну, все, ну, а давно рецепту, должно быть, чтобы всегда так было, ёпта. Ну, а вот смотри, короче, братан, я его перестал пить, короче, я неделю, блядь, думал, что я умираю, короче, хотел повеситься, блядь. Но это синдром, мне хуёво, короче, было, это синдром, блядь, отмены. Пизду вообще, блядь, так хуёво было вообще. Я, блядь, не понимал, короче, что это тема, ты мне рассказывал, типа, что от него потом хуёво. Блядь, тяжко было, пизду, очень да тяжко. Не, блядь, на самом деле, чем вот дольше выходить, как бы из него тоже, понижая там, блядь. Если ты в 10 там в день хуяришь, что ты уже, ну... Да не-не, у меня 4 было в конце. 4, потом 2 опять. И, короче, да, ну, по схеме все, типа, как мне написали, типа, по схеме, типа, 2, там... Схемы? 10 дней 2, потом, короче, 10 дней 4, блядь. А что за... Потом понижение пошло. Что за тема-то? Какая? О, тема, ты говорил, схема. Схема какая именно? Ну и... А, схема, типа, ну, типа, приема таблетки, типа. Ну, мне же врач выписал, типа, рецепт, типа, на... Ну, а там как было? Ну, типа, сначала, типа, 10 дней я ел, короче... Ой, не 10, типа, да, 8 дней я ел, короче, по 2 миллиграмма. Потом, короче, 12 ладно, дней, короче, все, 4 миллиграмма. Потом на понижение. Ну, короче, не твои схемы, да, не твои схемы. Я просто смотрел кривое зеркало сейчас, там угарный прикол был. Петросян какой?
Ну, Петросян там, короче, гелик делал. А он же все уже? Нет, он жив, это Задорнов. А, точно, ёпта, блядь, в натуре. Петросян, он не умрет у него, потому что, блядь, вообще пиздец. У него ни шутки не меняются, ни он не меняется, а на него ходят всякие ДК вот эти вот. Может, ну, быть, то же самое с тобой, слышь, то же самое быть, с тобой, старина. Не, а может быть, нам сделать просто в каком-то ДК, ну... В ДК? Типа в школе? Не в школе, Дом культуры. Чуть такое, блядь, табак? Табак, Корсар, да. Я сиги не курю, короче, пизду, вот табак только, короче. Крутишь там что-то? Ну да, вот машинка, вот вся хуйня. OCB. Я понял. Думаешь? Не, курить плохо, я не курю уже, блядь, 3 дня, прикинь. 3 дня? Да это до первой пилюли я не курю, блядь. Так старый. Шутник ты, бля, озорник. Не, а просто хочется очень курить, короче, понял? Да нихуя не хочется, это кажется, что хочется, ты просто... Думаешь, кажется? Ну, а что, ты не понял, что вот только... Ты в магаз заезжал, тоже, ты хотел, курил же тоже. Ну, блядь, там как... Не, во-первых, еще влияет же, когда люди рядом курят все, ты так... Бля, да, есть такая хуйня. Хуя там Бугульма заходит, блядь. Братан, запомни. Сейчас. Бугульма. А это типа вообще для чего он придумал? Смотри, вот что здесь написано, просто ты поймешь. А там, короче, не видно нихуя, там это понял, расплывчатый, типа, все. Какие-то 24 травки. 24 разные травы полезные для здоровья. Бля, а я, короче, чай пью, понял? Типа тоже там 12 трав, нахуй, называется. Да? Лечебный, типа, да. Типа настаиваешь его полчаса и пьешь. Гидрочай, да? Не, обычный, типа. Я хуй, не гидро, точно. А ты записываешь? Да такой, короче. Ты вообще сейчас что-нибудь записываешь? Блять, ну вот сейчас вот трек там буду делать попозже, еще один, типа. Но не Раскольников, короче. Ну ты когда делаешь треки, ты их сразу выпускаешь или ты альбом пишешь, типа? Вопрос я задаю. Ну, типа, по треку. А я могу, я что-то не могу, короче, понял, один писать, типа, быстро. Мне один, когда пишу, типа, вообще долго. Не, ну ты насобирал 10 треков, хуяк, вот через Рацан пульнул. Да что-то там, короче, сейчас, хуй знает, там что-то трудности, короче, пока, вот. Че, у Фадеева нету этого 20 000 там на клип? Да есть, наверное, я думаю, братан. Но что-то пока, короче, не идет там дело. Ну вот ты клип снимал последний, да? Вот это. Застопорилось с того времени все. Я понял. Вот ты последний клип снимал. Сколько ты потратил денег? Я ничего не потратил. Там вот Максим Александрович это потратил. А, так это он опять с его подачи был клип снят. Ну да, это его движуха, вся он там все тратил, короче, там все вот это оплачивал. Вот. Ты вообще понял, про какой я говорю? Да, Хук, Энтони Жак там. Да, блядь, да нихуя, брат другой. А, это без... А, типа, какой, подожди, типа, вот последний, типа, свой? Да, типа? Последний, блядь. Да бесплатно, типа, у меня же, ну, вот, Фуксия, типа, она снимает. Она тебе хочет клип снять, я не знаю, что ты сливаешься. Да я не спать. Надоело. Да все, подожди, все, успеется. Именно на него нужно снимать. У нее дел много, я знаю. Я про другое хочу сказать, то, что... Выпил много. Выделенку поставьте там. Ну да. Из КС. Не, просто понимаешь, какая хуйня. Че, блядь, я даже забыл, что я хотел. Ты какую-то хуйню начал. А теперь это пилюля. Нет, ты говоришь, это не Жак, что-то вот. Что там? А я думал, ты про Хук, короче. Не, это как бы это вообще. Не Хук, а другой, где, блядь, с топором. Не. Ну да, это я сам снимал, типа, это не с Рассана, это так отдельно, короче, понял? А снимали на какую камеру? Нормальную? Слушай, блядь, какая-то прообычная вообще, типа, ну, ничего особенного. А, типа, такой, как этот? Марк 2, по-моему, что ли, ёпта, если не ошибаюсь. Марк 2, это нормальная тема. Ну, так третий же есть, он посильнее, блядь. Ну, блядь, его он дороже стоит, если вы его в аренду брали, то там один. Не, в аренду, так все чисто там, как бы. Все свои, короче, да? Ну да, там как бы там все свои, без денег, без всего, как бы отсняли по-быстрому. Не, ну, так, тогда заебись, а так, если вот тратят, блядь, тут вот люди, блядь, по 600 тысяч тратят, а потом свои... Пиздец, братан, мне нахуй вообще деньги, клипы. А потом удаляют с Ютуба свой клип, потому что, понимаешь... Да ладно, нахуя? А нахуй удалять? Ну, я вот тоже не понимаю, я спрашиваю, я говорю, ну хуя ты удалял, ты 600 тысяч платил. Блядь. А кто, например, кто это так сделал? Ну, например, у Лаки, который...
Тони Даймонд вот на студии его, главный, который. Вот снял клип. Ага. Там Москва-Сити, GTR, Nissan, вся хуйня, тёлки, деньги, ага. Кристал пьют. Ага. А просмотров, блядь, там, ну, пиздец, даже до сотки не дошло. Пиздец, ну обидно, блядь, когда вот такая хуйня, ну, так да? Так надо заниматься этой хуйней, потому что, блядь, ёпта, вот эти передачи, блядь, я охуел тут, блядь, рэп-битва или как она называется, там пиздец. Люди, типа, там, Баста сидит в жюри, этот, ресторатор, Айза. Натуре, что это такое? Я даже не слышал еще про такую канал тему. Пятницу как-то называется, я забыл, улиц что-то, голос улиц. Натуре, я сейчас чекну, короче, как раз на работе сейчас посмотрю, голос улиц, блядь. А его только, жестко? Раз, по-моему, в раз в неделю показывают, ты его можешь чекнуть в этом, в интернете. На ютубе сейчас смотрю, да. Ну там пиздец, там люди выходят, короче, там... Ну посмотри просто. Да-да-да, я сейчас чекну, поймешь, голос улиц написали, да. Что вообще, вот, если посмотреть, то все плохо вообще. У нас вообще, то есть, ну, да. Поэтому надо уже, братан, я тебе говорю, 2-3 года и нахуй валить все. Копить лавешечку нахуй и... USA, моя страна. Я не спорю, я не спорю. Я к тому, что, знаешь, там тоже надо благоустроиться как-то. Не, работать придется, придется работать нахуй, отдыхать там никто не даст, блядь. Хочешь, конечно, денег, надо будет работать, блядь. И ну а что, я лучше там жить буду потом работать, чем здесь. Ну на самом деле, а блядь, жить-то где, блядь? Да, бля, хатку снимать, кредит оформить, ёпта. Это все надо мутить, крутить, это такая, ну, придется, тема, придется крутить, да. Сейчас язык подучить надо будет тоже, блядь. Язык мы знаем, you know what I'm saying, bro. Язык, я же переводчик, ёпта, язык я знаю. А ты в натуре, что ты же переводчик, блядь. Да. А ты хуёво знаешь или более-менее знаешь, реально? Не, я все понимаю, я в Доминикане же все вон ходил. В натуре понимаешь? Я, чё? На туре понимаешь? Да. Я сейчас буду на улицу выходить курить. Короче, сейчас может связь чуть прерваться, но она восстановится сейчас опять. Сейчас. Я не спорю. А чё, ты реально учил английский? Нормально типа шаришь? Да, и не только я, и знаю еще пару испанских слов. Нихуя себе. Не, английский я без... Косарь слов. Да. Вот лают, как лают стволы. Как лают стволы. Это словесочки, по-моему, да? Ну, вдвоем они с словецким. Константа и Митя это... Северный, типа, да-да-да. А они тогда, слышу, они, вот их никто не ценил особо так сильно, а они пиздато делали. Да, кстати, на самом деле, блядь, ну, группа хорошая, ну, как вот чисто... Из рэпа, блядь, они, блядь... Я просто, ну, Митю не знаю, я только словецкого знаю. Вот так. Не, я его тоже не знаю, как Витл там с ним дружит. Я так не, я вот лично знаю словецкого, такой нормальный, добрый, блядь, мужичок. Валик пойдет, да, добряк. На моде всегда там, на Гуччи. Да, модный пиздец, красавчик, модный. Луи, там, пиджачок Луи. Луи, Гуччи. Гуччи, Ральф Лорен. Мне похуй, что я все, дождь не буду. Ральф Лорен уважает очень. Ну, шапки точно. Да. Но это стайл. Есть вещи Ralph Lauren, которые не стоит носить, а есть, которые, как для у любой фирмы. Ну, Ralph стоит того, мне кажется. Ну, только если он оригинально там прошит. Не, ну понятно, что как бы с Another Shop-то это ясно. Не, я помню, в Another Shop надо зайти всегда по адресу, я не помню, какой у вас там? Усачева 10, строение 1. А, Усачева 10. Строение 1. Вам да. Надо этот, нахуярьте трафаретами на полу на этом. А мы сейчас на Курску переедем, там, короче, на армию будем там прям пройти хуйню. Да. Так хотели вообще как бы тему сделать. Слушай, а вы на Курске, смысл, подожди, куда там вы? Нормально будет. В арму или в... На арму, да, на арму. Я просто не помню, как арма выглядит. Ну, помню, ну типа что... Курская, понял, там это арт-пространство вот это вот ебаное. Да я понял, красные вот эти домики, блядь. Да, 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 да. Я просто в артплей хожу там иногда записываться у Лаки. А там он на армии, что тоже? А?
А где это находится? Подожди. Артплей — это Курская, рядом с газом, а не бок о бок. Все, я понял, короче, это одно, по-моему, место вообще. Там все. Ну, оно делится между разными, может быть, да. Я не знаю. Но, короче, смысл в том, Да. Везде там двиги такие, то что там, блядь, Лаки вообще ночевал, ёпт. Что, он там работает, типа, что-то типа этим? Да, он как звукорежиссер, что ли, что-то такое. Заебись. Но он что, поднялся, что? Он нормально делает, он теперь вживую хуярит, вообще пизда. Че это, ты когда там клип будешь снимать? Дед в барбершоп идет уже в выходные. Четверг, точнее. Он готов, ёпта. Бля, понимаешь, что то, что я хочу, его не заставишь сделать. Да я не заставлю. Нормально. Ну, нет, не надо стариной издеваться, не надо ему, он, блядь... Просто... Нет, ну это понятно, нет, он ради угара. Типа, он там, типа, среди тёлок, типа, понял? Да нет, такой он сделает без проблем вообще, ему по кайфу даже такой будет. Такой длинный стол стеклянный, на нем порошок, короче, а-ля. Я тут у него сидел, короче, сидел у него здесь, короче, недавно, дома. Он сделает такую хуйню вообще без проблем. Сидел у него дома, короче, он меня просил, это, короче, эротические фильмы найти ему, типа, понял, посмотреть. Эль-Мануэль смотрел. Эммануэль, говорит, найди мне, я, говорит, посмотрел, помню, говорит, короче, по телевизору показывали раньше. Бля, он ждет. А он, что, он где живет, по соседству там? Да, рядом со мной, прям недалеко. Там, через пару домов. А он один что-то живет? Ну, сейчас, да, там бабуля умерла вот весной. Ну, понятно. Тогда, блядь, да, Эммануэль тогда, ёпту. Как бы ему по кайфу, нормально. Ну, ты заведи там, ему там свежака, как Жак Энтони, может, он охуеет. Думаешь? Нет, я не про это, Стаффа, а про интересный фильм. Я ему там это включил, он говорит, ну все, говорит, давай домой иди. Я, говорит, не могу смотреть, говорит, давай, говорит, собирайся. Он все в натуре, он такой, не, говорит, а что, говорит, конечно, говорит, иди. Как я буду смотреть, говорит, ну пришлось идти. Идите домой, говорит. Вчера зашел к нему, я говорю, ну как тебе фильм, дед? Он говорит, да ты, говорит, обрезанный, говорит, я, говорит, видел полную версию, она интереснее была, говорит. Ее, говорит, по телевизору показывают, а тут в интернете, блядь, и обрезанная, говорит. Ну, это, говорит, вообще пиздец. Не понравился, короче, недоволен остался. Послезавтра зайду, что-нибудь новенькое надо ему показать. Ну, молочный гриб. Нужен молочный гриб, скажи. Улун. На улице пиздата, да, погода? Да, мне нравится такая погодка. Но дождик только моросит. А я ненавижу, блядь. Не любишь? Не, мне поэтому, нравится, поэтому и рэп мне нравится такой добрый, знаешь, солнечный, эй. Да? Ну, не солнечный, да нет, он может быть жестким, но доброта должна быть там все равно, чуть-чуть такая. Бля, ну это, короче, у кого как получится уже, не у всех получается. Да, блядь, пизду, ничего не получается. У тебя почему? Я ебу, что ли, почему, блядь? Ну, потому что одному сложно. Одному очень сложно, пиздец. Потому что, как бы, ты один, блядь, думаешь, о, нихуя себе придумал я. А два человека другие послушали, сказали, ты что, мудак, что ли? Ты хуй какую ты сделал. Ну, может, даже и не два, а побольше. Да два их хватает. Ты вообще не угодить хули. Как идет, так и идет, пускай. Не, ну надо угождать, ну, хоть большой аудитории. Я вот на следующей неделе на ЛСП пойду, блядь. Да? Ну он... Читать, типа? Бля, прикинь, он на... Не, в грям, хуё моё, я же с ним как бы знаком. А в Москве что ли будет, да? Да, в Москве. Я... И причём... Сейчас, короче, Сейчас прервется немного связь, короче. Сейчас восстановится. Секунду. Выступал 2 недели назад в Москве, если не меньше.
Что у тебя там, блядь, опять за хуйня? Я часто об этом говорю. И дело вот в чем. На один и тот же номер... Ну чё там у тебя, блядь, с интернетом? Ну он сать.